Вот так вот интрига раскрылась. Маша, хорошо, что ты успела, прям как раз вовремя. Расскажи, как тебе эти люди? Все, что происходило в течение этих 5 дней, тебе понравилось? Или не очень, только честно? Честно, все понравилось, очень много информации. По крайней мере, для меня очень много нового, потому что какими-то функциями, там, в силу некоторых обстоятельств по профессии, по жизни, я просто не пользуюсь. Вот. И поэтому я думаю, просто еще такой страх бывает, что боишься подойти и начать самостоятельно делать. Теперь так, скажем, такой барьер будет преодолен, поэтому я думаю, у меня что-то сдвинется еще и появятся какие-то новые идеи. Вот. Ну, все люди, с кем я познакомилась, замечательные, приятные, интересные. Правда, еще не со всеми общалась. Потому что, опять же, было много информации, хотелось в это погрузиться. Спасибо. Виталий, спасибо большое. Спасибо, что пришла.